находиться здесь вместе с нашей делегацией из Молдовы, еще будучи советским школьником, я уже наблюдал и думаю, что знал про ЛДПР не меньше, чем те, которые жили в России. Вы видите, партия? Партия в борьбе. Тюрьма, погони, так сказать. Вот наша партия, Ренат Усатый, нам куда ближе. У нас в молдавских банках украли миллиард долларов. Украли миллиард долларов. Бывший премьер сидит, Филат. Мы выходили, жестко критиковали, предоставляли всю информацию. Но пока Плохотнюк шор на свободе, поэтому будем добиваться. Там какой-то лагерь молодежи организовать. Ваших привезете вот это, то, что территория смыслов или какой-то собственный лагерь. То есть контакты постоянно, молодежь, чтобы они же, для них это будущее. В 30-е, 40-е годы они будут новой элитой в Молдавии, в России. Пусть сейчас знакомятся и все развивать тоже.